Пропавший мальчик и его 21-летний брат в Якутске нашлись живыми и здоровыми. Напомню, что братья накануне вечером ушли за грибами на Хатынгырях и не вернулись. Сегодня поиски велись с 4 утра. Задействовали 80 человек, считают добровольцев. Чуть позже днем пропавшие ребята нашлись на проезжей части Маганского тракта. Родители выражают искреннюю благодарность всем тем, кто присоединился к поискам. С братьями все в порядке. Поиски начали еще вчера в составе дежурной смены, когда пришло, значит, сообщение о том, что потерялись люди вчера и сегодня с утра. Можно сказать, что работы были проведены необычно, потому что были использованы практически все средства технические, которые есть в наличии у службы спасения. И очень много было привлеченных людей. Кроме этого, выставляли, значит, специальные маяки, огораживали территорию, то есть практически всю... Все имеющиеся наши возможности, которые есть и которые мы могли привлечь, мы это сделали сегодня.